Всем здравствуйте, вы настрой Гранд Анапа, и сегодня мы с вами поговорим о строительстве, а также как образуются и от чего зависят цены на наши коттеджи. Цены в нашей компании образуются от множества факторов. Например, самый главный и важный фактор – это локация жилого комплекса. Мы сейчас находимся в жилом комплексе «Жемчужина», я покажу вам по картам. А у нас еще есть Морской, Встречный и Азовский. Далее второй момент – это количество земли. То есть в среднем это у нас 5 соток земли. Бывает 5,5 и в редких случаях бывает 4 сотки. Ну, соответственно, от этого тоже зависит цена. Третий момент – это облицовка дома. У нас есть кирпич и штукатурка. Но все они утепляются пятым утеплителем, каменная вата от компании «Технониколь». Если неправильно поставил ударение, пожалуйста, меня поправьте. Далее, когда вы уже выбрали себе подходящий дом для вашей семьи, у нас также существуют и дополнительные услуги. То есть, например, если вы не укладываетесь в рамках бюджета, но хотите себе остекленную террасу, да, или, например, уже не стандартный забор, да, который у нас из проволоки, а ну, закрытого типа, да, скажем, тогда вы можете выбрать, например, локацию подальше от Анапы, но, соответственно, уже приобрести дом с всеми готовыми дополнениями. Либо же наоборот, купить больше себе в квадратуре, но по мере возможности дополнительно там докупать, да, какие-то вещи, там остекление террасы, может быть, благоустройство участка, то есть и так далее. В общем, выбирать только вам. Поэтому, если у вас остались вопросы, задавайте их под этим видео, либо же на горячую линию. Спасибо, что досмотрели ролик до конца. С вами был Михаил. До скорого!